Добрый день, уважаемые мукры. Хочу сделать обращение матерям районов Крыжополь, Львов, Винница. Вот посмотрите, что происходит с вашими сыновьями. Это была каска, а в каске была голова. Ну, даже мозги не остались, потому что они сгорели. Объясните ему, что вы не хотите, чтобы ваши сыновья вот это примеряли такие каски, потому что вы будете все, и мы туда придем, во Львов, Крыжополь, поверьте. Нет, не так уж и много у вас мужчин уже, наверное, останется. Вот. А вашим мужчинам посоветую одно, кратко. Нужно книжки читать и родителей почитать. Все у вас наладится.